Привет, с вами Арталаски, и прежде всего хочу извиниться за недельное отсутствие. На самом деле за это время произошло много чего интересного, в том числе и для канала. Но обо всем я расскажу в отдельном видео, когда количество подписчиков перевалит за 40 тысяч. Вообще, меня стали часто спрашивать насчет толковых уроков по Unity, и хоть такая волна вопросов уже была, я решил сделать новое видео с обновленной информацией. А именно, я хочу напомнить вам про курс по Unity, которые позволят с нуля разобраться в программе и создать полностью готовый игровой проект. Обучение комплексное и разбито на самые интересующие темы, начиная с освоения кнопок в программе и заканчивая монетизацией игры. От себя могу сказать, информация подается достаточно простым языком, поэтому не вызовет перегрузку мозга. При этом вы можете спокойно обращаться по вопросам к наставникам, которые помогут вам в освоении материала и проверят правильность выполнения домашнего задания. Также стоит отметить, что цель этого обучения – сделать из вас самостоятельного разработчика, способного самим создать свою игру и монетизировать ее. Первый базовый курс состоит из 8 уроков, которые помогут вам свободно ориентироваться в программе, правильно структурировать свой проект, создавать игровые локации и, конечно же, менюшки. А также вы разберетесь с анимацией в Unity и сможете создавать свои простые игры. Следующий курс посвящен программированию в Unity на C-Sharp и позволит вам углубиться в создание игр, научив вас писать собственные скрипты своими руками. Пройдя этот курс, вы узнаете о том, что такое переменные, методы, условные конструкции, циклы, массивы и многое другое. Ну и, конечно же, в конце курса снова создадите несложную 3D-игру. Должен сказать, что длительность первых двух курсов превышает 13 часов, что вполне достаточно для объяснения необходимого материала. Далее идет углубленный курс по созданию RPG-игры. Здесь вы найдете не только уроки по созданию искусственного интеллекта, работу со спрайтами и навигацией, но также и уроки по созданию 3D-моделей для своих игр. Ну а в финальном курсе вы создадите 2D-игру и монетизируете ее показами рекламы и внутриигровыми покупками. Более того, вы подробно разберетесь в процессе публикации собственных игр в Google Play. Так что, если вы хотите научиться создавать полноценные игры и стать самостоятельным инди-разработчиком, данные курсы существенно приблизят вас к вашей мечте. Ну что ж, если вы собрались покупать эти курсы, то имейте в виду, что при покупке двух или более действует постоянная 30% скидка, да и к тому же стоимость этих уроков совсем не кусается. Поэтому, если вы хотите научиться делать игры на Unity, можно смело покупать любой из курсов или все сразу. На этом все, если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайки. А с вами был Арталаски, до завтра!